Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит проекты модернизации коммунальных сетей в республике. Такое решение было принято по итогам переговоров руководителя российского ведомства и главы Чувашии. Михаил Игнатьев принял участие в работе форума «Российская энергетическая неделя». Здесь обсуждали, как сформировать комфортные условия проживания. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От реализации проектов модернизации коммунальных сетей в республике ожидают большого эффекта. Снижение тарифов – ключевая задача. Федеральный фонд и правительство региона уже готовят совместные планы. Уверен, что те показатели, которые запланированы в рамках федерального проекта, они тоже будут выполнены. Сейчас мы переговорили с главой республики о том, что они будут и заходить в проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Это важно. Я считаю, это одно из таких тоже подспорьев для того, чтобы в первую очередь, самое главное, чтобы вот реализация этих проектов не позволяла повышать тарифы для граждан. Глава республики поручил подготовить проекты и рассчитать стоимость модернизации котельных в каждом городе региона. Вот у нас проблема всегда была это в Шумерле, проблема была в Козловке, проблема была в Алатыре. Вот мы сейчас ищем инвестора, концессионера, который будет вкладывать свои средства от общей стоимости проекта, это 20%. Мы с бюджета 20% вкладываем. Фонд вкладывает 60% бюджетных средств. Это очень важно. Объекты генерации теперь муниципальной собственности у города Муптеплоси. И тем самым в городе старые котельные советского периода мы должны модернизировать, включая другие городские округа, которые на сегодняшний день имеют соответствующие потери по трассе, потому что это изношенность. А в конечном счете это на тарифные составляющие влияет. Программа модернизации коммунальных сетей должна быть завершена через 5 лет, отметил Михаил Игнатьев. КПД котлов, коэффициент полезного действия, будет не менее 95%. И тем самым холодные зимние дни будет всегда тепло в квартирах. Во-вторых, касаясь строительства жилья, по новым правилам, по новым инструментам, у нас практически на стадии реализации 91 проект. Общая площадь жилья 1 миллион квадратных метров. В удельном месте, если возьмем, у нас 67% практически по старой схеме строят наши строительные организации и предприниматели. Застройщиков, работающих с эскроу-счетами, станет больше, уверены специалисты. Переходный этап будет непростым. В федеральном ведомстве готовы рассматривать каждую проблемную ситуацию. И если у застройщика есть сегодня проблема по тому, как отнеслись к его заявке на получение проектного финансирования в том или ином кредитном учреждении, мы готовы ее рассмотреть. С приглашением в том числе и руководителей банка, где, значит, на сегодняшний день такая конфликтная ситуация возникла, и представителей субъекта, и, в общем-то, максимально оказать помощь, разобраться, где кто-то, может быть, что-то неправильно прочитал, что-то просчитал. Еще одна задача для регионов – ликвидация аварийного жилфонда. Реализация этой программы продолжится и в Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.